19 февраля 2021 года в 20 часов 38 минут на автомобильной дороге подъезд к станции Голубева водитель рейсового автобуса совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, двигающихся в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетних пешеходов специализированным транспортом доставили в детскую областную больницу города Калининграда. Мы направлялись на станцию в магазин. Мы остановились, ждали, я начал движение, когда повернулся, почувствовал, что у меня что-то черкануло, услышал стук, повернулся и видел, как девочки летели. Потом они в канал прилетели, приземлились, я к водителю побежал, открыл, выходил из машины, сказал, что он двух девочек сбил, он такой, как сбил, я не видел. Никаких светоотражающих курточек, они в черном, угу. Ничего. Но я-то их видел. А они сначала мы туда шли, потом мы туда шли, потом мы путаться начали, а потом, видимо, кто-то им сказал, и они уже начали говорить, что они шли мне навстречу. Уважаемые участники дорожного движения, напоминаем, что движение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов строго запрещено.